Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале ZevGaming, с вами, как всегда, Александр. И сегодня мы с вами посмотрим на производительность игры Tom Clancy The Division 2 на Xbox Series X. Напоминаю, что игра имеет оптимизацию под новые консоли, под консоли нового поколения, Series S и X. Но при этом, еще помню, с времен использования Series S, знаю, что эту игру можно установить и на внешний обычный жесткий диск, и оттуда ее запускать. Связано это, наверное, с тем, что игра изначально не выходила под эти консоли, потому что она вышла достаточно очень давно, и потом уже появилась вот эта оптимизация в виде обычного патча. Игра весит 70 гигабайт. У нас еще установлены все дополнения. Давайте посмотрим, как она загружается, насколько быстро и как, в принципе, работает на флагманской консоли. В свое время я играл на Series S, опять же, не помню, делал ли я ролик, возможно, делал. Игра там работала довольно интересно, то есть было два, по-моему, варианта. Это 2К 30 кадров в секунду или Full HD 60 кадров в секунду. Сейчас же у нас, по-моему, здесь просто будет 4К 60 кадров в секунду без каких-либо параметров. Хотя, возможно, на эске 2К 60 кадров в секунду. Точно не помню. Я помню, что там точно не 4К, но 60 кадров в секунду я тоже играл. Так, давайте загрузимся. Загрузка, кстати, довольно очень быстро происходит. Понятное дело, потому что игра установлена на SSD-диске. Сейчас у меня внешнего жесткого диска нету. Посмотрим, что здесь вообще есть у нас. Давайте, наверное, вот это вот снизим, мы, чтобы сильно это не орало. Вот. Графика у нас яркость, резкость, контрастность и HDR. Но HDR я отключаю, потому что слишком уж он как-то тут на этом мониторе не так работает. В общем, настройки графики нету. Именно производительность или, например, FPS, ничего такого нету. Качество. То есть просто играем и играем. Так, продолжить. Посмотрим, как загружается игра из меню. Здесь реально очень быстрая загрузка, прям можно сказать моментально, потому что на том же самом на ПК, даже при установке на SSD диск все равно не так быстро загружается. Так, чтобы нам посмотреть производительность, наверное, нам нужно будет взять, может быть, какую-нибудь маленькую миссию, еще что-то. Здесь можно сразу заметить, что здесь довольно все круто выглядит, реально высокое разрешение, то есть это конкретно 4К, и в 4К игра, конечно, классно выглядит. Давайте же возьмем какую-нибудь типа а-ля миссию, что ли. Так, контрольная точка, она захвачена уже нами. Тут что-то все захвачено. Даже нечего-то. Кстати, район вот какой-то неисследованный. Может быть, здесь контрольная точка будет. Потому что миссию начинать это тоже такой себе раскладик. Так, где здесь, куда идти? Нам сюда нужно идти. Давайте выйдем из помещения, потому что в помещении, понятное дело, все будет отлично. Но даже в помещении все выглядит реально классно по детализации. По качеству, наверное, все так же, как и на ПК работает. За одним исключением, что на ПК я не играл в 4К. А здесь, конечно, 4К чувствуется. Хотя, может быть, это обман зрения, но, опять же, учитывая, что у меня монитор имеет разрешение 4К, и если бы я сейчас бы играл бы не в 4К, а в нижнем разрешении, да, в каком-нибудь, я бы это чувствовал. Так, это уже по мне, что ли, работает, ребят? А, да, это уже, походу, по мне работает. Давайте, постреляю. Так, и здесь вот такой пистолетик возьмем по-быстрому. Ну, неплохо, неплохо. Я бы сказал, даже отлично работает. Давайте здесь пробежимся. Да, и вот когда играешь, получается... Так, не то я взял. Опять низкий уровень. У меня низкий уровень уже, наверное, дня два на геймпаде от Xbox. Батарейки, конечно, которые идут комплектно, прям какие-то неубиваемые. Собираем ресурсы. Все работает, кстати, очень плавно. Без задержек. Вот сейчас бой у нас был, конечно, там взрывов по минимум было. Женщины не дадут себе просто так туда вломиться. Они будут стоять насмерть. Не, подождите, я задание это не хотел выполнять, вы чего? Я не хотел идти в федеральный бан.
Федеральный банк это. Обнаружен аварийный маячок. Ну, теперь ты видишь, как работает Каджика. Так, это что? Против такого профи у них не было шансов. Это опять какая-то миссия здесь захватилась. Да ё-моё, чё-то сюда везде миссии понапихали. Даже пройти-то нельзя спокойно. Там миссия, здесь миссия. Ну, кстати, это прикольно сделано в девишке. То, что у тебя нет такого, знаете, ты подходишь, нужно нажать что-то. То есть ты проходишь рядом с областью задания. И тебе предложат, типа, а давай-ка ты пройдешь здесь миссию. Смотри, здесь у тебя миссия есть интересная. Ты такой, типа, ну ладно, окей, давайте. И ты проходишь. Это реально прикольно выглядит. Правда, у нас такое темное место сейчас здесь. А YouTube не любит темные места, насколько я знаю. Картинка может сыпаться. Поэтому надо срочно выйти. Хорошее место. Ну, мы здесь чутка исследовали. Пойдем теперь дальше. Тут, кстати, голенькая елочка, типа а-ля Рождество, что ли. А, ну это же Нью-Йорк. Да, точно. Это же мы сейчас не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке. Да если что, это карта из дополнения Вейтеля Нью-Йорка. Не надо, не надо, не надо, не надо так ругаться. Уж чего, ребят. Давайте дружить. Вот это другое дело. Обнаружено мобильное электронное устройство. У вас был выбор. Остаться или уйти. Вы ушли. Там был хаос, я ничего не мог поделать. У вас всех одна общая черта. Не, выглядит игра реально шикарно. Я советую поиграть. На старшей консоли вообще кайф, потому что на младшей консоли, помню, не прям, конечно, круто было. То есть я понимал, что на ПК все равно у меня поинтереснее графика была. Но здесь... Так, чуть нас не атаковали. Так, здесь кто-то спрятался, да? Из лучка стреляет. Она. Кто-то спрятался, типа, я ты меня не найдешь. Я тебя нашел, братишка. Не надо прятаться. Не, реально круто все выглядит. И плавно. Нет ни задержек, ни микрофризов. Вообще все отлично. Кстати, да, контрольную точку мы сейчас ее попробуем захватить. Как раз там будут и взрывы. Вообще все будет на этой контрольной точке. Посмотрим вообще, как... В целом работает игра в таких вот условиях. В условиях боя, потому что по факту самое главное, как работает игра именно при взрывах, когда какой-то экшен происходит. Так, мы передвигаемся. Зовем ребят нам на подмогу. И начинаем обстрел вести. Сейчас взорвется он такой, нет? Так. Так, давайте поставим турель. Это просто обычный солдат, как я понял, да? А можно здесь еще бачок. Ну, давай, стреляй. А, это вообще огнетушитель. О, золотой! Фига себе! Ты ну гляньте, куда бот там стреляет-то мой? Золотой сзади подкрался, прикиньте. Кто мог подумать? Вот, видите? Ну, вообще идеально. Прям не лагает, не фризит. Вообще стабильно работает эта игрушечка. Прям вообще красота. Так, там сзади опять не подошли, ребята. Тяжело бронированный противник. Тяжело бронированный противник. Окей, хорошо. Где он здесь? Золотой, наверное, будет, да? Так, мы устраняем по тихой грусти. Можно, кстати, ближе подойти, наверное, нет? Я готов. Так, это мои, надеюсь, подошли там, ребята. Да-да-да. Подоспели уже, братишки. Сейчас будет попроще, поинтереснее. Хотя здесь и так не сложно, потому что здесь пока что мы еще точку не захватили, когда ты не захватил точку. Вот, так сказать, территорию, да? То у тебя, соответственно, здесь сложно сначала сюжет найдет, она не такая высокая. Вот после прохождения сюжета, да, тогда уже будет поинтереснее все работать. Там бедного типа уже из пулемета зажали мои ребята.
Так, ну это мы можем убрать. Нам это уже не нужно. Пойдем заберем наши припасы. Реально классно все работает. Прям 10 из 10, если вот по оптимизации, по геймплею. Ну, то есть, сам по себе игра тут уже на любителя, да, кому-то нравится, кому-то нет. Но именно в плане оптимизации, плюс это бесплатно было обновление до новой консоли. А не как у других игр, которые требуют столько же денег, сколько и стоит игра. Так, смотрите, пацанчик стреляет, такой думает, гляньте, я постреляю из гранатомета. Братишка, не-не-не, тихо-тихо, пацан. Ой, золотого вообще ничего не упало. Так же интересно. Вижу дополнительные вражеские цели. Так, ну все, мы уже здесь. Так, откуда они тут идут? А, там еще, кстати, что-то было у нас интересно. Я их вид. Тебе пора валить. Отсюда я не... Я не все, кстати, я не всех могу зацепить. Тут ребята хитро подходят. Оттуда, откуда я не могу вести огонь. Пацан, ну, не знаю, это мне кажется. Так, а где тяжело бронированный? Они вообще непонятно, где идут. А, нас же, кстати, можно будет попробовать. Сейчас. А, ну только два выстрела. Блин. Так, идет, нет? Не хочет ты подходить ближе. Давайте поближе подойдем туда к нему. Хотя два патрона это не так эффектно будет. Ну, пушка, кстати, очень прикольно вот эта. Которую управляемый дрон запускает. Вот там, снаряды, точнее, управляемые. Даже так правильно. О, вот он, кстати, вышел. Смотрите, мы сейчас два туда снарядика и запустим. Ух ты, а это нормальный такой чувачок, это вот именно прям такой тяжеловес. Мне да по бутылочкам по его пострелять, я знаю. Самое главное, чтобы он не взял этот. Я не люблю, когда они топоры берут. Пишите, кстати, вам как в комментарии, когда они топоры берут, нравится или нет. Когда у них оружие выбиваешь, они потом на топоры переходят, и это прям настолько бесит меня немножко. Так, ну все, вроде бы. А, еще остались? Открыть доступ на склад. Я вроде открыт доступ на склад, а все равно еще кто-то остался. Патроны закончились, представляете? Обычно, когда открыт доступ на склад, уже никого нет. Но здесь почему-то ребята решили задержать. Пулемет, кстати, на подавление очень хорошо работает. Видите, подавление, и все. И типы могут перезарядиться, или ваши напарники могут перезарядиться по команде. А я сейчас сверху зайду. Вот, и все. И отлично. Так, давайте посмотрим, какой лут мы здесь залутали с этой точки. Или мы... А, нет, мы еще не лутали здесь. Не знаю, нужно будет сравнивать, нужно будет смотреть. Сейчас так сложно сказать, вообще нормально этот кэш. Прямо мы сами здесь подняли или нет. Пока что такие пушки обычные. Я даже не знаю, потому что на ПК здесь выбивал экзотику хамелеон. Вот я не знаю, есть ли у меня здесь экзотика. Вроде бы, как бы я смотрел, не было. Но эта экзотика выбивается, по-моему, в Вашингтоне, не здесь. Но это мы посмотрим, еще поиграем. В общем, как-то так работает игра. Все стабильное за время вот прохождения вот этой вот контрольной спасибо точки, за да, завоевания. Никаких проблем вообще не было. Молодец. Ни фризов, вообще ничего. То есть, в целом, мне понравилось. Так, с тобой взаимодействовать еще можно? Нет. Давайте здесь. А, вот, можно поговорить, видите. Подарить. А, у меня воды нету, кстати. Водичку мне надо собирать. Всего много, а воды нет.
Поэтому посмотрим в дальнейшем. Поиграем. Может быть, даже пройду, потому что Войти Нью-Йорка я здесь, как я понял, не проходил. Здесь еще сезоны какие-то добавились. Ну, это давно уже. Ну, может быть, когда-нибудь с вами побегаем на стримчике. В целом, игра мне понравилась. По оптимизации вообще все шикарно. Я рекомендую, даже рекомендую ее ставить. Если у вас, например, серия SS, ставьте, не пожалеете. Там, если не изменит память, вроде бы 2К 60 кадров в секунду. Хотя могу и ошибаться, но вроде бы такое разрешение там было. Поэтому ставьте, скачивайте, играйте. Здесь идет 4К. Детализация шикарная. Фэп стабильный, ни фризов, ничего нету. Пишите ваше мнение об игре, об оптимизации, как вам в целом игра, играете или не играете, и понравилась ли вам оптимизация в данной игре. Все, всем спасибо и всем до встречи, друзья. Пока-пока.